Думаю, это какая-то ошибка. Это вообще не похоже на мою дочь. Мам, что происходит? Это она! Это она сломала мою любимую игрушку! Вы хоть понимаете? Вы хоть понимаете, как мой сын боится вашу дочь? Так, доча, это правда? О чем ты? Ты обижала этого мальчика? Да я впервые его вижу. Она еще меня тунеядцем назвала. Туни что? Да я даже таких слов не знаю. А зачем, по-твоему, моему сыну врать? Может быть, его обижала другая моя дочь, которая помладше. Вот здесь бы у меня и вопросов не возникало. Нет, это была она, я помню. Она держит в страхе весь двор. Ах ты! По-вашему, это нормально? Хорошо, я с ней поговорю. Больше такого не повторится. Хорошо. Вот и так. Все, пошли.